У меня сидит котятушки, ну вот на твоем месте, рассказывает мне эту ситуацию следующим образом. Когда вышел ролик, сначала ты ей звонишь, вы проговариваете все эти моменты, обсуждаете. Мы поговорили, я объяснила свою точку зрения о том, что я не считаю, что это какой-то плагиат, и не собираюсь это никак менять. Она, ну, продолжила стоять на своем, и как раз-таки после нашего диалога проходит 5 минут, и она публикует этот комментарий, и он настолько жесткий, то есть там мат. Был просто комментарий под постом, да. И давайте подумаем на секундочку, насколько глубокой и правдивой должна быть проблема, если один комментарий вызвал такой резонанс. Хорошо. После комментария ты создаешь чат, где Кирилл Дединок, Катя Адушкина и ты. И вы пытаетесь все-таки до конца урегулировать этот момент. Слушай, я все-таки постарше, да, и могу заявить о том, что разговор был нецелесообразный. Ну, то есть никакой конкретики не было. А для меня, как взрослого человека, которого воспитал отец в этой индустрии и научил ответственности, да, рабочей этике той же, для меня эта ситуация была неприемлема, потому что это